Всех приветствую на своем канале. У нас сегодня новая очередная рубрика «Самоделка из бумаги». Давайте смотреть, будет интересно. Для изготовления такой самоделки, хлопушки, вам понадобится листок А4 или же тетради двойной лист, или можно использовать также газетный лист. В данном случае мы используем вот такую вот бумагу формата А4. Прежде всего складываем наш лист вдвое. Разворачиваем его и другой стороной уже складываем вдвое. Есть. После опять разворачиваем и складываем вот таким вот самолетиком в середину, каждую сторону, первую, вторую, третью. Четвертую сторону. Должно получиться вот так вот. После, когда получилось, опять-таки складываем пополам и еще раз пополам. Выходит у нас вот так вот. Разворачиваем и на середину разворачиваем еще один раз. Она получится у нас одна сторона и вторая. На выходе вот такая вот самоделка, хлопушка. И вот так вот у вас должна вот такая выйти хлопушка. Берем за вот этот вот край, не вот так вот, а вот так, чтобы вот эти вот углы были вниз опущены. И вот так вот резким движением опускаем вниз. У вас получается хлопушка самодельная из бумаги. Друзья, кому понравилась такая идея и самоделка, обязательно подпишитесь на наш канал. Вот здесь кружочек. И напишите комментарий, какие еще вы знаете хлопушки, идеи крутые. Мы обязательно их отснимем. Всем пока, до новых встреч. С вами был Фрайбург.